Друзья, всем привет! Многие смотрели обзор нового поступления орхидеи в нашем Леруа Мерлен. В этот раз поступило множество симпатичных красавиц. Было что вам снять и показать. В наличии были такие орхидеи, как Сангрия, Монтрео, Манхэттен, потрясающие сорта, и многие другие. Меня привлекла одна красавица. Места дома катастрофически не хватает уже, но мимо нее я просто не смогла пройти. Купила! Давайте сниму упаковку, чтобы вы все в деталях рассмотрели. Листья, друзья, листья хорошенькие, стебель чистый. Цветонос один. Замечательные корни. Не прям, чтобы их много и завались, но все здоровые. Посажено в торф вперемешку с мелкой корой и кокосовыми чипсами. Горюшечка наша обязательно все осматривает. Контроль качества с его стороны никто не отменял. Посмотрите, друзья, есть еще один проклюнувшийся цветоносик. Нужно будет понаблюдать, будет он расти или замер. Хорошее растение, молодое, первое цветение. Ну что, Гарик, развели тут с тобой интригу? Давай покажем, что мы купили. Посмотрите, друзья, начну сзади. Теперь вы поняли, мимо чего мне было трудно пройти. Он даже сзади красив. Обожаю темные орхидеи. Они так контрастно смотрятся на светлом фоне. Поворачиваем. И вуаля, друзья. Трилипс Монтрео. Производитель Калейдос, Нидерланды. Он шикарен. Такой цвет потрясающий, винный. Супер. А вы знаете, друзья, почему эту орхидею так назвали? Монтрео – это город на западе Швейцарии. Курортный город. И на так называемой Швейцарской ривьере. Монтрео расположен на берегу Женевского озера в центре традиционного винодельческого региона, что и вдохновило производителей назвать эту красавицу таким именем. Это красно-винная орхидея, сорт многообещающий. Цветки имеют потрясающий окрас, бутоны глянцевые. Относится к долгоцветущим орхидеям. Благодаря своему цвету Монтрео принадлежит к эксклюзивному ассортименту фаленопсисов. Люблю рассматривать этикетки. Смотрите, какая необычная и красивая. Еще ни разу такую не видела. Инструкция. Притенять от прямых солнечных лучей.
полив погружением раз в неделю, в пищу не употреблять и продолжительность цветения 5-7 недель. Но эта этикетка стандартная для всех сортов. Я знаю, что мантриот цветет достаточно долго. Чуть раньше в видео я вам об этом говорила. Посмотрите, как контрастно смотрится с белым полупилориком, моим недавно приобретенным. Кстати, мы продолжаем наращивать цветоносик. После пересадки дорастила два бутона сюрпризы. Очень интересно, с мутацией распустятся они или нет. Подождем. Итак, друзья, обзор коротенький. Я вас познакомила с моей новенькой красавицей. Вам удачных покупок и до встречи в следующем видео. Пока-пока!